один из нас. 7 лет назад придумал фестиваль «Обычный студент» Витебской академии ветеринарной медицины Артем Игнатенко. Это я. Вы знаете, тогда он был просто, ну, детский, можно сказать так. Было 6 коллективов, было 3 высших учебных заведения города Витебска. Фестиваль рос. Он за 7 лет смог объединить более 40 вузов, более 1500 участников. Ну, я думаю, что это хороший проект, и нашим студентам он нравится. 3 дня фестиваля, какими они были и что запомнилось? Но они были самыми настоящими, потому что здесь раскрываются самые искренние чувства, чувства, которые рождаются в студенческой среде. И отрадно отметить, что к нам приезжают ребята, которые буквально через год-два станут инженерами, ветеринарными врачами, врачами-анестезиологами. А вот здесь они показывают то, что они любят танец, они любят творчество. А это, я уверен, на 100%, в какой бы сфере ни жил потом человек, он будет всегда творческим. Самая главная интрига, которую все хотят узнать, кто же стал победителем? Вы узнаете об этом самыми первыми, потому что вам по секрету я расскажу, но больше вы никому. Становится обладателем гран-при. Гран-при в этом году наше международное жюри под руководством народного артиста Беларуси Юрия Трияна все-таки присудило. И оно отправляется в город Минск, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, танцевальному коллективу «Отражение». Все классно, было очень волнительно, потому что мы уже один раз получали гран-при, и хотелось приехать и не упасть в грязь лицом, не понизить планку, поэтому мы очень старались, и все получилось. Было очень тяжело в этом году определять лучшего, потому что у нас определено 3 обладателя первых мест. Места как раз-таки первые у нас стали вот настоящими интернациональными, потому что есть наш белорусский вуз, это Белорусский государственный аграрно-технический университет, первое место. Я очень довольна, ребятами, я очень довольна, как они эмоционально сработали. Вот, надеюсь, что это наше не последнее первое место. Первое место – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. А как ощущение? Первое место все-таки? Восхитительно. Как да. Супер. Не, ну, короче, куча эмоций на самом деле, потому что здесь очень крутые ребята. Да, мы и не первый раз уже здесь. И за первым местом. Каждый раз приезжать сюда, это новое открытие для нас, новый праздник. Реально, мы летим сюда и готовимся целый год. Говорим, Беларусь, Беларусь, мы едем! И первое место — Великолукская государственная академия ветеринарной медицины, город Великие Луки, Российская Федерация. Был ли этот фестиваль лучше, чем предыдущий? Мне кажется, да, но судить нашим участникам. Целые залы, 3 дня, просто битком зал театра Якуба Колоса, это, мне кажется, хороший показатель. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.